Паралимпийская команда из Приморья отправляется на чемпионат России по регби, который пройдет в Евпатории с 16 по 22 ноября. Весь 2020 год сборная не могла участвовать в выездных соревнованиях, помешало нашествие пандемии коронавируса. Организация инвалидов «Ковчег» обратилась к губернатору Приморского края с целью профинансировать поездку на состязание. Мы очень счастливы, что все-таки наша поездка состоялась, что команда едет на чемпионат России, несмотря на различные препятствия, которые у нас были. Это и отсутствие средств в Министерстве спорта. И мы, честно говоря, не ожидали. Да, мы написали от нашей федерации письмо на имя губернатора и на руководителя партии «Единая Россия» в Приморском крае. И буквально там через два дня нам пришел ответ, что да, мы поможем вам в этой поездке. Мы едем подготовленные, настроенные, потому что у нас были сборы подготовки к чемпионату России. Мы готовы к победе, готовы сражаться, достойно представить честь Приморского края. Стоит отметить, в сентябре при похожих обстоятельствах «Единая Россия» взяла на себя расходы жительницы Приморья на участие в международном конкурсе красоты для людей с ограниченными возможностями. Ведь это те люди, которые нас окружают, это те люди, которые являются примером для нас, которые прежде всего показывают о том, что у человека безграничные возможности, и мы не имеем права сдаваться, мы не имеем права останавливаться. Кирилл Самойлов, Станислав Лазебный, новости на восьмом.